Это я называю абрикосовая крепость. Когда тут ряд абрикосов, когда тут ряд абрикосов. Мои многолетние наблюдения. Тли на яблонях минимум. Если бы абрикосов не было, все это было бы свернуто к чертовой матери. Яблони перед тлей беззащитны. Вот. В одном случае, и тем более, если бы это было бы черный пар и отсутствие муравьев. Запомните, друзья, чем больше муравьев, тем чище деревья и на это самое. И предельного количества тли никогда не бывает. Объясняю почему. Не слышали? Для лакомства для муравьев. Они жрут только так, получше тех самых этих божьих коров. Вишня с генами черешни. Косточки особого рода. Кому-то достанутся. Вишня войлочная, я называю универсальная. И привить на нее можно, и плоды вкусные. Ну как, сладко-кислая, но съедобная. Вот. Ну ладно.